Рыхтуй сані летом. Гэтая прыказка як нельга лепш характарызуе рэжым працы брэсцкіх камунальнікаў у летнія месяцы. Па ўсіх жыллёва-камунальных прадпрыемствах горада запланавана 56 мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да ацяпляльнага сезону. Гэта замена цеплатрас, рэканструкцыя сістэм водазабеспячэння і водадавядзення, а таксама непасрэдна сам жыллёвы фонд. На сегодняшний день мы идем четко в графике, в пределах 50-55% от необходимого объема работ по выполнению по полугодию. Ну, наверное, основное внимание это уделяется именно подготовке систем отопления, то, что в первую очередь зимний период обеспечит теплом жилье. И как основной этап это подготовка теплотрасс. Основным видом работ по подготовке тепломагистрали является их плановая замена в соответствии с доведенными графиками. На сегодняшний день с 12 километров тепловых сеток больше за 3 уже заменено. Каля 2 километров находится у работе. По остальных теплотрассах распрацована необходимая проектная документация, проведены торги и закуплены материалы. До конца вересня этой работы плануется завершить. Днями замена теплотрасс завершена на улице Сябровской. Зараз тут проводится добраупорядкование территории. В настоящее время теплоснажение данного микрорайона ведется по тепловым сетям Пресс-Энерго. Под котельной Южная, а тот район, который находится за моей спиной, так называемый Южный городок, отапливается от котельной котельного хозяйства. Ведутся работы по замене теплотрасс на улицах Рокоссовского, Червоностяжная и в районе бульвара Космонавтов. С початку подрыхтовки до отопляльного сезона на этой мэты затрачено 700 тысяч деноминованных рублей. Сегодня завершена реконструкция котельни по улице Медицинская, якая будет працевать у автоматичном режиме под наглядом одного оператора. Практично готовы до эксплуатации и центральный тепловый пункт, размещенный на улице Халтурина. У отповедности с нормативными документами пашпорты готовности повинны быть подписаны до 1-го Ярослава Маньковская, Тиграна Копян, телерадиокомпания Брест.